Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарна Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванша калпатаруваше кипасинду бевечу, патитананг павоне бхавишна вибью намо намаха, муканкароти вачаланг пангунланг хетгирин, яткипатамханг банди парма анандамадвам, бриндавы тулсидев байпиявы кесвасаджа. Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттой Намо Нама Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкитане Кришна Катха Упадеши Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Дарана Дейям Сада Парибхабагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая Биспуриджи такамапика бхавадуша адарси Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай када кипам паруса Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Санкиртану Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура Сураир Бандито Диппарупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаванурупе Насада Нарана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Ваги Саджаша Вадане Лакшмир Джасача Вакшаси Ясьясте Десамбир Пам Нишинга Махам Бхаже Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама.
наивакмано пабхурайам нижалабхапурно манам янада видушо коруно винитир жад жад жано бхагавате видади томанам тачатмане пратимукхаша жатамукхаси наивакмано пабхурайам нижалабхапурно манам жанада видушо коруно бринити жад жад жану бхагавате видади тваманам тачатмане пратимукхаша жатамукхаси. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сидданта. Когда Гоштипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Падпара Махамса Джагадгуру сказал: служить Бхагавану и принимать служение от Него не одно и то же. Парамахамса Джагадгуру сказал, что служить Бхагавану и принимать от Него служение не одно и то же. Мы склонны хотеть получить выгоду от своего служения. Поэтому мы и не получаем настоящее благо от своего служения. Потому что мы ожидаем что-то взамен от гуру и вайшнавов. Мы делаем что-то, исполняем какое-то служение, но хотим за это что-то получить. Хотим самоутвердиться за счет гуру, хотим, чтобы нас уважали как ученика выдающегося гуру, прославленного гуру. Итак, мы заняты служением, которое в нашем случае можно сравнить с бизнесом. То есть делаем что-то взамен, ожидая выгоду. Многие преданные которые жили рядом с Шрилой Гуру Кишардас Бабджи Махараджем, хотели всячески показать, что они очень приближены к нему. И за счет этого получить славу, почет, уважение. Но, как сказал Прабхупад, Бабджи Махарадж не прогонял их. Но в то же время никогда не принимал их по-настоящему. Вокруг Шрилы Гуру Кишардас Бабджи Махараджа было очень много таких преданных, которые хотели показать всем, что они очень дороги Шриле Гуру Кишардас Бабджи Махараджа, такому Парамахамса преданному. They always wanted to concentrate in stool and urine. В действительности, как говорит Прабхупад, они были сконцентрированы на испражнениях. То есть пратиштху здесь сравнивают с испражнениями. Но несмотря на это, Гуру Кишардас Бабджи Махарадж не прогонял их, хотя в то же время он не принимал их от всего сердца. If one Paramahamsa Guru Vaishnav going to accept me from heart, если Парамахамса Вайшнав примет меня от всего сердца, going to accept me from heart, then be sure I am getting green signal. I can. Без всяких сомнений я достигну успеха. But usually it is not happening because we are cheating. Но как правило, это не происходит, этого не происходит. They never wanted to cheat us.
Поскольку мы хотим быть обманутыми, мы обмануты. Вайшнавы по-настоящему никогда не хотят обманывать нас. Но они вынуждены делать это, поскольку мы не стремимся к истине. Однажды Бабджи Махарадж одному из окружающих его преданных сказал: «Я тебя прошлой ночью звал, а почему ты не пришел?» Он сказал: «О, не знаю, я спал». Следующей ночью он пошел к этому преданному. Он плохо видел и практически на ощупь стал искать этого преданного, но так и не смог обнаружить его там. На третью ночь вновь этого преданного не оказалось в своей постели. В его постели. И он сказал, Гуркшила Бабджи Махарадж сказал этому преданному: «Зачем ты так лгешь, так нагло лгешь?» Прикрывая свои низкие инстинкты, ты лгешь мне. На самом деле они это очень дешевые, то есть они ничего себе не представляют. А ты обманываешь меня из-за этого. Прабхупад говорит, что невозможно выпрямить хвост, загибающийся хвост собаки, как бы, какими бы маслами мы его не умощали, он не станет ровным. И такова природа обусловленной души, дживы. Что мы можем дать Бхагавану, говорит Прабхупад? Можем ли мы дать ему что-то? Разве у нас что-то есть? У вас что-то есть? У меня ничего нет. Ну, подумайте, что у вас есть? Что вы могли бы дать Бхагавану? Что по-настоящему принадлежит вам, и вы могли бы отдать это Бхагавану? Ничего. Даже ваше тело не принадлежит вам. Единственное, что вы можете сделать, это молиться лотосным стопам Бхагавана, предлагая свою атму ему. Несмотря на то, что дживатма происходит из Бхагавана, Бхагаван — творец дживатмы, однако он наделяет дживу свободой выбора, делая ее отдельной личностью. И это единственное, что мы можем вручить Господу, то есть самих себя. И как я уже много раз говорил, нам абсолютно ничего не принадлежит в этом мире. Мы можем назвать свой ум своей собственностью, но это неправильно, потому что ум принадлежит к прокрити, он материален, он принадлежит материальной природе, он не является нашим. Мы никогда, наверное, не задумывались об этом. Ваш ум и даже разум материальны. То, на что мы постоянно день и ночь стараемся заработать, не принадлежит нам. То есть то, что мы пытаемся содержать, прокормить, нам не принадлежит. Ко мне однажды обратился один саньяси и сказал: «Это твой шикшагуру, я хочу, чтобы ты устроил, помог организовать мою проповедь за рубежом».
Я не хочу, чтобы сюда приходили все подряд. Я не хочу, чтобы ситуация здесь осквернилась, поскольку в оскверненной среде настоящая харикатха звучать не может. Итак, все, чем, казалось бы, обладает человек, принадлежит Пракрити. Бхагаван объясняет, моя природа разделена на 8 частей. И от каждой части мы заимствовали что-то. Мы заимствовали свой ум, разум, тело. Все у нас в займе. Для того, чтобы прийти в этот материальный мир, мы на какое-то время взяли это. Мы пришли сюда для того, чтобы иметь возможность страдать. Прахлад Махарадж говорит Нарисингхадеву, if you have some good activities before and now, so you are getting some remuneration for that enjoy. Если в прошлом вы совершали благие дела, вы получаете вознаграждение за это в этой жизни. You will have to depreciation, depreciation of your punya, bhogena punya, you have to cut punya. Запас благочестивой деятельности называется пунья. И мы должны также отказаться и от нее, от пунья. То есть отказаться как от греховной деятельности, так и от благочестивой. И таким образом мы сможем обрести свободу, освободиться. Из оков материальной природы и... Srila Narottama Thakur told in his kirtan, Narottama Thakur writing in kirtan. Отправиться к Бхагавану. Пунно се сукхера дам, налойо таранам. Пунно. Don't speak about пунно. Narottama Thakur пишет в своем киртане, не говорите о пунье, не мечтайте о пунье, оно очень опасно. Благочестивая деятельность опасна. Пунно се сукхера дам, налойо таранам. If you do pious activities, then you will be given opportunity to enjoy. Если вы совершаете благочестивые поступки, вам будет дана возможность наслаждаться. If you are habituated to stay in a very fantastic weather, а когда вы привыкнете к наслаждениям, а затем вас лишат их, если вы привыкнете жить в раю, а вас неожиданно отправят в ад. Представляете, насколько вы будете страдать, насколько вам это будет тяжело перенести. Даже в этой жизни я видел, как люди привыкают к роскошной жизни, удобствам, а затем их отправляют в тюрьму, как, к примеру, один министр. Он очень много наворовал. И из этого его отправили в тюрьму. Я, глядя на такие истории, задумываюсь, сколько человеку нужно денег, чтобы прожить, чтобы спокойно жить. Так вот этот человек наворовал колоссальную сумму. Его посадили в тюрьму, ему было ужасно тяжело,
тюремных условиях, он привык к комфорту, к роскоши. Представляете, каково его мучение? Итак, Прохлад Махарадж предупреждает, не думайте о... Нарутам Дастакор предупреждает, не думайте о благочестивой деятельности, не стремитесь к ней. Вас отправят за нее, вас отправят в рай, там вы будете наслаждаться, но когда запас вашей благочестивой деятельности подойдет к концу, все равно, что поселиться в пятизвездочный отель, а после того, как у нас, после того, как у вас закончатся деньги, вас прогонят. Даже не просто выгонят, а посадят в тюрьму за неуплату. И точно так же полубоги прогонят вас с райских планет, и вы отправитесь в ад. А привыкнуть к жизни на райских планетах очень легко. Там нет ни болезней, ни страданий. И представляете, вас поместят в ужасное... условия. И все шастры говорят, что неизбежно. Те, у кого запас благочестивой деятельности подошел к концу, будут изгнаны с райских планет. Итак, Прохлад Махарадж говорит, откажитесь как от пунья, так и от греховной деятельности. Затем примите прибежище у гуру и вайшнавов, у совершенного гуру. Настоящий гуру никогда не станет обманывать. Если мы хотим быть обманутыми, это другой разговор. Но если вы искренний, гуру не станет обманывать вас. Проблема в том, что мы сами хотим быть обманутыми. Порой мы приходим к гуру и вайшнавам с лицемерием, неискренне. Мы видели, как лицемеры приходили к гуру Махараджу с грязными намерениями. Они просили возможности массировать его стопы, молили его милости. После того, как такой человек выходил из его комнаты, гуру Махарадж говорил: так один саньяси приходил к нему, у него в разных странах были дети. Он был саньяси, но у него были дети. То есть на протяжении своей саньясы он... у него рождались дети. И до сих пор этот саньяси... у него двое или трое детей в разных странах. И до сих пор он... носит одежду саньяси. И никто не может отругать его, никто не может прогнать его из храма. В действительности за это должно быть такое наказание. То есть те, кто не следует саньяси, не могут носить одежды саньяси. И в действительности это вопрос... выживание нашей сампрадаи. Если мы станем прикрывать подобные проступки тем, что наша гуруварга милостивая, мы должны прощать, но если он продолжает так же вести себя, он даже и в нашем матхе жил. Но когда этот саньяси увидел, как я строг, он разгневался.
и подговорил преданных критиковать меня. Однажды он сказал одному брамачари: «Отнеси той матаджи прасад». Когда я услышал это, я сказал: «Не ходи, ты не должен этого делать». Этот саньяси возмутился: «Почему?» Я сказал, что брамачари не должны этого делать. Если она хочет есть, она должна спуститься сама. А если вы хотите, сходите, вы отнесите. Я никогда не покину Чайтанья Матх. Никто не сможет прогнать меня оттуда. Так вот, такие личности приходили к Гуру Махараджу и массировали его стопы. И, конечно же, Гуру Махарадж очень легко мог распознать лицемеров. Они не просто массировали, то есть они садились на кровать Гуру Махараджа, и как ученики они должны занимать низшее положение, положение ниже, чем старший вайшнав. То есть, если кто-то садится на один уровень со старшим вайшнавом, тем самым он ставит себя на его уровень. Итак, чистый преданный легко, очень ясно видит, что в вашем сердце. What you can see? If you go in front of mirror, you have mirror in your room. So what you can see? What you can see there? What you are? Если вы посмотрите в зеркало, что вы увидите в нем? Вы увидите то, что вы себя представляете. Вы увидите себя таким, как вы есть, как то настроение, в котором вы находитесь и так далее. Оно просто отражает. In Vedanta Sutra it is written. Very nice thing. В отношении этого Веданта Сутры говорится. Jivatma, whatever they are going to, you know, going to show that they can see in front of mirror. Mirrors have nothing to do. Similarly, the pure heart of Guru Vaishnava is like, is like a very pure, clean mirror. Сердце чистых преданных сравнивают с чистым зеркалом. Безукоризненно чистым зеркалом. Если вы подойдете к зеркалу, вы увидите то, что вы себя представляете. И то же самое с божеством Бхагавана. Если вы подходите к божествам или подходите к чистым преданным, эффект один. That's why the sloka I started with is speaking. Bullard Maharaj speaking. Naivatmana Bahurayam Nijalavakurana. Hey Prabhu, you are always self-satisfied. Bhagavan and Guru Vaishnava, you can watch them very carefully. They are always happy. Because they are self-satisfied. Vaishnava. They are always self-satisfied, no dissatisfaction inside their heart. Не испытывают потребности ни в чем, они удовлетворены, всегда удовлетворены. Вайшнав не нуждается ни в чем, он легко прощается с тем, что у него есть. Легко может дать то, что у него попросят. И люди с корыстными интересами порой пользуются этим.
Гуру и Вайшнава всегда погружены в Хари Бхаджан, как, к примеру, Прабхупад. Прабхупад четко видел, кто что делает среди преданных. Он видел, кто ворует, кто общается с женщинами и так далее. Но он никогда открыто об этом не говорил. Бывало, что происходили какие-то складывающиеся особые ситуации, когда он делал это для того, чтобы исправить этого ученика. Прахлад Махарадж говорит Бхагавану: ты ни в чем не нуждаешься, у тебя есть все, ты самодостаточен. И если кто-то захочет обмануть тебя, обманут, в результате будет он. А если кто-то тебе что-то предлагает, ты в действительности в этом не нуждаешься. Не думайте, что когда мы что-то предлагаем гуру, вайшнавам и Бхагавану, они действительно нуждаются в этом. Нет, мы должны быть счастливы, что нам выпадает возможность что-то им предложить. Не забывайте, никогда не забывайте об этом. Не думайте, что вы тем самым делаете им одолжение, что вы несете им какое-то благо, предлагаем гирлянду, что бы то ни было еще. Это то, о чем говорит Прахлад Махарадж. Так вот, если кто-то предлагает 20 литров молока Нрисингхадеву, чтобы приготовили из него сладкий рис, а потом, когда у нас возникают какие-то проблемы, мы вспоминаем и говорим: вот, я тогда-то пожертвовал Нрисингхадев тебе столько-то молока, поэтому, пожалуйста, помоги мне сейчас. Так вот, это не служение, это настроение выгоды. Then if somebody is going to offer something to Bhagavan or Guru Vaishnava, Bhagavan, then it is his own benefit. Just like whatever mood you are in your heart, преданный предлагает что-то Вайшнавам или Бхагавану, он делает это ради своего же блага. Как мы слышали, лицо отражает ум. Что у нас на уме, то и на лице. Шриман Махапрабху приводит этот пример в Шикшаштакам. Сегодня на Харикатхен на хинди я говорил, почему Махапрабху приводит в пример именно зеркало, когда он говорит в этой шлоке Чарита Дарпана Марджанам. Он мог бы привести какой-то другой пример, но он говорит именно о зеркале. И этому есть своя причина. Actually, point is that Mahaprabhu wanted to say, if by sankirtan, тем самым Махапрабху хотел сказать, если вы сможете очистить зеркало своего сердца при помощи нама санкиртаны. Сейчас оно покрыто грязью. Если вы его очистите, то четко увидите свое изображение, свое лицо. Но в действительности смысл, который закладывает Махапрабху в эти слова, более глубок. Если при помощи санкиртаны, чистейшей, наичистейшей санкиртаны, вы до конца очистите свое сердце,
Когда оно будет безупречно чисто, ваша сокровенная сварупа проявится. Сокровенная сварупа, которая находится в вас, проявится. И точно так же Прабхупад говорит, что если мы от всего сердца будем воспевать святое имя без лицемерия, постепенно продвигаясь вперед и вперед, служить под руководством Гуру Вайшнавов, наступит день, когда мы сможем увидеть четко, ясно свою собственную сварупу. Она проявится в сердце. Мы сможем узнать свое вечное служение во Вриндаване. Мы сможем понять, каким служением мы занимаемся в вечном мире. Благодаря повторению святого имени все это станет ясным для нас. А Гуру Падма подтвердит это. Если он еще в этом мире, а если он уже покинул этот мир, мы можем найти Шикшагуру чистого, преданного, с кем наедине сможем обсудить этот вопрос, объяснив ему, что, повторяя святое имя, я обрел видение своего трансцендентного облика. Так ли это? То есть прав ли я? То есть чистый преданный должен подтвердить это. Я не знаю, читали ли вы Джайвадхарму, хотя бы один раз вы прочитали ее. Гуру Падма говорил, что сотню раз необходимо прочитать Джайвадхарму за жизнь. Или даже больше. Если, конечно, вы не тот самый возвышенный преданный, которому достаточно 5-7 раз, чтобы понять. В Джайвадхарме содержится вся Таттва Сиддханта Гауди Вайшнавов. Прочитав Джайвадхарму, вы сможете осознать, понять все таттвы. Однако Джайвадхарму необходимо также читать под руководством Гуру Вайшнава. Но где найти на это время? Жизнь ограничена. Наше время ограничено. Целый океан шастры, так много всего нужно сделать. So Popa speaking this way you can know. So actually yesterday I was discussing about the qualities of sadhu spoken by. Итак, вчера мы говорили о качествах саду, которые перечислил. Бхагаван Шри Кришна в разговоре с Удхавой Махараджем. Удхава Махарадж speaking. And I was explaining about the sloka Agya Vaivam Gunano Dusano Maya Dishtano Upi Sakano Dharmano Santajyo Ya Sarvano Mam Bhayeto So Satana. Мы остановились на этой шлоке. Я приводил в пример преданных, Гаудия преданных, которые шли с Бенгала в Пурушоттама-кшетру, чтобы встретиться с Махапрабху.
Далее Бхагаван говорит Удаве: ты должен заниматься служением, служить божествам, следовать дню моего явления, Экадыши. Совершайте арчану. Некоторые преданные, знаменитые проповедники, считают арчану бессмысленной. Я думаю, что это неправильное заявление, поскольку арчана очень важна. Хотя сказано в шастрах, что это для каништха преданных. Но на самом деле существует огромная разница между преданным каништха адхикари, который совершает арчану, и преданным, который находится на высшем уровне, который также совершает арчану. Несмотря на то, что каништха поклоняется божеству, у него нет веры в гуру и вайшнавов. Мадхи-мадхикари прекрасно знает шастры, познал шастры. И точно так же он понимает, кто на каком уровне находится. Наротам Дас Такур пишет в своем киртане, что Мадхи-мадхикари должен осознавать, кто есть кто. В противном случае он обречен на оскорбление. Итак, вся сиддханта содержится в киртане. Здесь Наротам Дас Такур пишет, что каждый вайшнав находится на своем уровне. Не все вайшнавы одинаковые. Нужно осознать, что если перед вами предстанет чистый, преданный высочайшей категории, но при этом у него не будет ни денег, ни положения в обществе, ни слуг, мы с пренебрежением отнесемся к нему. Но если какой-то, может быть, каништха преданный или даже совсем не преданный, в окружении своих учеников очень широко известный, предстанет перед нами, мы станем поклоняться ему. Все дело в том, что мы не можем различать уровни преданных. И в таком случае это будет оскорбление, которое повлечет за собой нашу деградацию, наше падение. Вайшнав, конечно же, вайшнав высшей категории не разгневается на наше пренебрежение, но пыль с его лотосных стоп не простит. Она сожжет нас. Так вот, Наротам Дас Такур говорит, что необходимо прежде всего осознать, кто на каком уровне развития, на какое положение занимает. Это возможно сделать лишь если вы по-настоящему искренне и находитесь под полным руководством Гурупада Падмы. И таким образом, по милости Гурудева, вы сможете увидеть, сможете различать. В противном случае это невозможно, поскольку вайшнава распознать крайне сложно. Даже полубоги не могут этого. В Чайтанья Чаритамрите говорится, Рагхунатх дас Гасай
speaking, I don't know who is in what position, you can honor them with this coin and everything I give to you. You know who is in what position. Предложил разные подношения Рагов Прабху и сказал, я не могу видеть, кто на каком уровне из вайшнав находится, поэтому, пожалуйста, ты распредели пожертвования в соответствии с положением вайшнавов. Раньше всегда преданные всегда следовали этикету, строгому этикету. Старшинство преданных отдавалось почтение. Но в наши дни это не часто можно встретить. Итак, мы должны почитать вайшнаву в соответствии с его положением. С Мадхи-Мадхикари мы должны выражать одно почтение, у Тамадхари другое. Так вот, один ачарья однажды заявил, что Бхактипрамодпури Госвами Махарадж, конечно, Садхикари. Услышав об этом, один ученик Шрилы Пури Госвами Махараджа в слезах прибежал к Гуру Махараджу и сказал ему о том, что произошло. А Гуру Махарадж сказал, почему ты расстраиваешься, почему ты плачешь? Ачарья присвоил мне Адхикар, назвал меня Канишска Адхикари. Я думал, что у меня нет совершенно никакой квалификации, никакого Адхикара. Но теперь я очень счастлив услышать, что это не так. Basudev Archan, Bhagavad Seva, Sargram or Bhagavan, only and only he can utter Harinam this life. И тот, кто сотню жизней поклонялся Божеству, в следующей жизни он может воспевать Святое Имя. What you can expect? So I give evidence. Jeno janma satoir purvam vasudeva samarchitam tanmukhe harinama nitishta divara. He can only utter Krishna nam who is habituated alive or 100 part. But yet they are speaking no use. This is their standard of teaching. The condition. Now actually, Bhagavan speaking, you can man. Bhagavan speaking, man lingo madbhakta jano darshana sparsanarchanam paricharja stutihi prahava guna karaman kirtayam kirtayam mat katha sravane sadhya mat anudhyana madhava sarva labho poharanam dashyen atmo nivedanam mat janma karma kathanam mamo parvan modanam Гито Тандовади Адитро Готривхир Мад Грихо Утсава. Бхагаван speaking so many things, I am speaking in Jesus. One should worship me and my devotees. Бхагаван говорит здесь. Малинго Мадхапта Джано Даршанаспа. You can take darshan of my deity. Каждый должен поклоняться мне и моим преданным. Манлинга даршана дисо,
Tadvitto gatto sparse anga sangamam, all everything speaking. Bhagavan speaking. Hey, Amrish Maharaj, about Amrish Maharaj. Amrish Maharaj, about Amrish Maharaj, it is written in Bhagavatam. В Бхагаватам о Амбариш Махарадже сказано. Это очень важный момент. Прежде всего, Амбариш Махарадж предложил свой ум лотосным стопам Бхагавана. Затем свою речь, руки, ноги, уши. Все это после того, как он предложил свой ум. Потому что если бы умом он не предался, чтобы он не делал руками, ногами, при помощи ног, будет бессмысленным. Ум — это лидер всех органов чувств. Поэтому ум известен как 11-й орган чувств. Пять генендрий, пять кармендрий. Несмотря на то, что он здесь учитывается как на 11-м месте, на самом деле, прежде всего, мы должны предаться умом. Среди материалистов бытует убеждение, что старшинству должен быть все дан приоритет, но эта формула неприменима к преданным. Однажды один преданный сказал такое, что мне стыдно повторить. Прежде он выражал мне очень... Он сказал это обо мне. Он прежде выражал много почтения мне. Но когда он услышал Сиддханту из моих уст, он сказал много грязи в мой адрес. Поэтому не нужно обращать внимание на почет и пренебрежение и унижение. Итак, ум управляет всеми органами чувств, поэтому ему мы уделяем особое внимание. Итак, Бхагаван говорит, что преданный должен поклоняться, получать даршан моих преданных, Бхагавана, то есть божеств. This way all I can clean temple by hand, give energy to do seva. All sense organs, мыть храм, совершать служение. Все наши органы чувств должны быть задействованы в Бхагавата-севе, как это с успехом сделал Амбариш Махарадж. Все свои органы чувств он занял
в разнообразном служении. Нужно совершать киртан, говорит Бхагаван, воспевать мои имена, слушать харикатху обо мне, развивать шрадху, нужно не просто слушать харикатху. Нужно осознавать, что харикатха не отлична от меня, говорит Бхагаван, и в процессе харикатхи обнаружить меня в своем сердце, в вашем сердце, говорит Господь. Благодаря харикатхе вы сможете увидеть меня в своем сердце. И все, что у вас есть, предложить Бхагавану. Прежде всего, необходимо предложить Господу себя. Вспомните, как мы поем в киртане. О чем здесь поется? Все, что у меня есть, я предлагаю твоим лотосным стопам. Все, что у меня есть. И ничего не оставляю себе. Я готов служить тебе, как это делают, как сказали гопи Кришне. Мы готовы бесплатно служить тебе. Нам не нужно от тебя никакого вознаграждения. Посмотрите, какое настроение. Если вы погрузитесь на 20 метров на глубину моря, это еще не глубина. Для того, чтобы увидеть весь подводный мир, необходимо погрузиться гораздо глубже. Гопи говорят, мы ничего от тебя не ждем. Мы готовы служить тебе лишь потому, что любим тебя. Итак, Кришна говорит, если кто-то хочет обрести мою бхакти мне, он должен следовать дню моего явления, обсуждать мои игры. Преданные собираются и всегда обсуждают игры Господа. Если преданные встречаются, они никогда не говорят на материальные темы. Иногда Гуру Гришадас Бабджи Махарадж, чтобы обмануть людей, говорит что-нибудь подобное. «О, сколько сейчас стоит рис с картошкой? А сколько стоит земля там-то?» Он был постоянно погружен в служение, но для того, чтобы не вовлекаться в... не тратить свое время на материалистов, он отпугивал их такими, казалось бы, абсолютно материалистичными вопросами. Маджанму карма катанам мама парабану мудханам. Ма
Необходимо следовать Джанмаштами, Радхаштами, Вамана Двадаша и другим священным титхам. Танцевать с киртаном, танцевать, воздев руки к небу. Устраивать фестивали хари, киртана, совершать парикраму. Священные титхи приходят каждый год, и необходимо следовать им. Вайдик и тантрик происходят от санкаршаны. И практически это одно и то же. И существует как вайдика дикша, так и тантрика дикша. Также мы должны следовать различным вратам, таким как Картика врата, Пурушоттама врата. И благодаря этому вы, говорит Господь, обретете бхакти. Он говорит здесь, перечисляет много процессов преданного служения. Также он добавляет, не ожидайте ни от кого почтения. И выражайте почтение всем и каждому. Откажитесь от ложного эго. Выражайте почтение каждому и не ждите почтения в ответ. Предлагайте масляные лампадки в храме божествам. Бхагаваджи Махапуране Бхагаван говорит, вы можете строить огромные храмы, но в то же время Бхактивинода Такур говорит, строить храмы, большие храмы не следует. Матхмандир, большие здания, большие дома, дворцы, возводить смысла нет, не нужно этим заниматься. Но ведь Бхагаван говорит, что надо строить, так как же это привести в гармонию, как их примирить, их утверждение. Не все так просто. К примеру, когда Гуру Кширдас Бабджи Махарадж говорил, «Мой Прабху, не ходи в век Кали, не давай никому дикшу, не общайся с материалистами и не езди в Калькутту». Но если мы посмотрим, то Прабхупад нарушил все эти наставления Гуру Кширдас Бабджи Махараджа. Однако он дал комментарии на каждое наставление своего духовного учителя и объяснил, что я никогда не ездил в Калькутту, я лишь всегда находился в Гаудия Матхе,
Поэтому в Калькутте, Кали Браманди, как называл ее Гуршот Бабджи Махараджи, я никогда и не был. Точно так же я никогда не общался с материалистами. Почему? Потому что то возвышеннейшее общение, которое он получил от Гуру Кишарас Бабджи Махараджа, лишило меня всякого вкуса к общению с материалистами. Говорит Шрила Прабхупада. Как вчера мы говорили, если вы полюбили мед, уже полюбили мед, то станете ли вы есть испражнение? Нет у меня никакого желания и вкуса к общению с материалистами после того, как я получил возвышеннейшее общение моего Гурупада Падма, говорит Шрила Прабхупада. Итак, чистый преданный никогда не стремится к мирскому общению. Он устраивает все таким образом, то есть все устраивается таким образом, что даже когда материалисты приходят к саду, он очень осторожно относится к этому, потому что понимает, что они могут отвлекать его от бхаджана. Точно так же говорит Прабхупад, я никогда не принимал учеников, я лишь видел в них своих гуру. Я принимал гуру. И точно так же мы можем примирить слова Бхактивинода Такура со словами Бхагавана. Бхактивинода Такур хочет этими словами сказать, что если вы, находясь в обособленном состоянии, будете строить храмы, вспомните, что говорил Прабхупад, ни деньгами, ни человеческим ресурсом вы не сможете поддерживать храм. Не сможете ни возвести храм, ни поддерживать его, потому что лишь чистый преданный может установить, возвести храм. Лишь если чистый преданный построит храм, это и будет храмом. И многие храмы, которые строятся сейчас, построены нечистыми преданными. Я знаю, что если они услышат это, они разгневаются, но я могу на основании шастр подтвердить свои слова. И божества, которые устанавливают они, божествами не являются, это всего-навсего деревянное или каменное изваяние. Я приведу в пример примерно 15 лет назад. Один Махарадж очень приглашал меня на Гавардхан, чтобы на церемонию установления божеств. Я никогда не соглашался устанавливать божеств. Меня просили много раз, и разные преданные. Вот меня однажды преданные 2 года упрашивали, чтобы я приехал в Южную Индию и установил божества. Но я не отвечал. А затем я никогда не соглашался устанавливать божества, несмотря на то, что многие меня приглашали, потому что я не великий преданный.
Так вот, два случая я вам сейчас расскажу, и вы поймете, почему Бхактивинода Тхакур так сказал. И мы сможем провести гармонию два этих утверждения. Так вот, один старший саньяси, он был ачарьей, он уважал меня. Его пригласили преданные, один преданный с Говардхана. Принесли божество, было заказано божество, его принесли. И этот саньяси должен был провести церемонию его восстановления. На следующий день он должен был ранним утром поехать на Нандаграм, а затем вечером вернуться. То есть он на свое божество поехал в Нандаграм, а через день вечером он вернулся. Когда он вернулся, он увидел, что та же самая гирлянда, которую он повесил во время восстановления божества, до сих пор висела на божестве. И он просто буквально начал рвать волосы на голове. Он думал, что я наделал, я же пойду в ад, это мои вади. То есть они не понимают положение божества, не понимают, что Бхагаван не отличен от божества, что божество не отлично от Бхагавана. Это ужасное оскорбление. Так вот, к чему устанавливать божества? То есть, что повлечет за собой оскорбление? Однажды мой гуру Махарадж, Вайканас Госвами Махарадж, еще Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, Вайканас Махарадж, Ишроти Махарадж были очень экспертны в установлении божеств. Поэтому многие приглашали их установить божества. А гуру Махарадж по своему смирению соглашался. И однажды его пригласили в очень отдаленное место, до которого было непросто добраться. В другой раз его пригласили в храм на Дамдаме, это часть Калькутты. И Гуру Махарадж совершил часть установления божества. Что означает виграха? Вы знаете, что это означает в переводе? Виграха значит особая милость. Несмотря на то, что божество, Бхагаван принимает форму божества, в котором он не может говорить с нами, не может выражать свое желание, не может говорить, что ему холодно или жарко, не может жаловаться на то, что его не переодевают и так далее. Однако божество не отлично от самого Кришны. Да, божество не говорит, но божество не отлично от Кришны. Мы знаем, ведь мы знаем, хорошо знаем, что в Читане Шритамите сказано. Вспомните, что там сказано о большом,
большой виграхе или маленькой виграхе, вспомните божество Сакши Гопала. Для того, чтобы понять Харикатху, вам нужен какой-то фундамент. Так вот, один браман сомневался, как это божество может говорить, как оно может ходить. Это невозможно. И тогда, то есть люди так говорили одному браману, у которого было божество, и этот браман взмолился своему божеству. Ты не виграха, ты сам Бхагаван. Божество не отлично от Бхагавана. И когда возвышенные преданные, такой как Шри Сидар Госвами Махарадж, Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Айкана Госвами Махарадж, устанавливая божество, Бхагаван был вынужден прийти в божество. Так вот, Гуру Махарадж установил там божество, но спустя 15-20 лет духовный брат моего Гуру Махараджа, который устроил установление этого божества, покинул этот мир, и его ученики отступились от вайшнавского этикета, перестали должным образом служить им, божествам. И все привело к тому, что один брамачари убил другого брамачари. И не просто убил, он еще и на кусочки его порезал и выбросил, то есть хотел спрятать. Затем об этом узнали местные, позвонили в полицию. Храм опечатали, божества, конечно же, были остались в храме. И когда Гуру Махарадж об этом узнал, он схватился за голову. Он так переживал, он говорил, он, эти божества установлены мной, Господь пришел в эти божества по моей просьбе. Когда кто-то приглашает меня установить божество и показывает, что у них, или открыть храм, хотят выражать свое желание открыть храм, я говорю им, какие храмы, приходите, слушайте Харикатху. Я никогда не пойду на компромиссы с теми, кто отступился от подлинной сиддханты. Прежде всего, мы должны научиться контролировать свои органы чувств, а затем проповедовать. Итак, сейчас я хочу объяснить, почему Бхактивинода Тхакур сказал то, что, казалось бы, противоречит словам Бхагавана Шри Кришны. Конечно же, Бхагаван Шри Кришна, слова Бхагавана Шри Кришны — истина, потому что он лгать не может. Но проблема в том, что мы не до конца понимаем настроение Бхагавана. И нам, из этого нам кажется, что то, что говорит Бхактивинода Тхакур, полностью противоречит словам Бхагавана. Но в действительности Бхагаван хотел сказать, вот когда Бхагаван говорил, он обращался к Удаве. К подлинному, преданному.
Соответственно, все, что он говорил, адресовалось к тем, кто квалифицирован делать это по-настоящему. То есть такой преданный, как Удава, способен возводить, устанавливать храмы. Рамануджачарья говорит, что мы не должны предлагать поклоны божеству, которое, божеству Шивалингам, которое было установлено непреданным, не вайшнавам. Преданный должен прежде должен хорошо понимать, куда идти нужно, а куда ходить не стоит. Также Рамануджачарья говорит, что если божество было установлено, но долгое время ему никто не поклонялся, мы не должны предлагать поклон такому божеству, потому что Бхагаван покинул его. Очень много правил в действительности относительно поклонения божествам. Тот, кто оскверняет Гуру и Вайшнавов, нельзя даже смотреть в лицо оскорбителей. Это сказал Рамануджачарья. Нельзя смотреть в глаза тому, кто критикует вайшнавов. Таким образом, Бхактивинода Тхакур своими словами хочет спасти нас, обусловленные души, от падения. Сделать так, чтобы мы смогли избежать этой ошибки. Мы обусловленные души. Если мы установим храм, нам придется поддерживать их и прибегать к помощи, унижаться перед материалистами, прося у них деньги на поддержание храма. Но чистые преданные настолько могущественны, что из разных источников к ним приходили деньги, и им не нужно было ничего для этого делать. Ведь это желание Бхагавана. Поскольку желание чистого преданного, как я уже много раз говорил, не отлично от желания Бхагавана. То есть Бхагаван исполняет желание чистого преданного. То есть, когда обусловленная душа открывает храм или устанавливает божества, она, казалось бы, для того, чтобы сталкиваясь с проблемами поддержания, погружается в материальные проблемы, материальные дела, материальную деятельность. Большие фестивали, храмы, установление божеств — это не деятельность, обусловленная дживы. Но чистый преданный может устанавливать божества и возводить храмы. Поскольку сам Баладаваджи Махарадж по их призыву приходит в храм. То есть храм — это Баладаваджи Махарадж. Баладаваджи Махарадж приходит первым. Без него Бхагаван не придет. А Баладаваджи Махарадж куда попало не ходит. Поэтому Бхактивинода Тхакур
предостерегая нас от ошибки, говорит, что в нашем положении лучше слушать харикатху и киртан и прогрессировать при помощи этого. Сейчас возводятся храмы, но это подобно бизнесу. Почему просто не говорить харикатху, не совершать киртан? Итак, в словах Бхактивинода Тхакура нет ошибки. Завтра мы поговорим, сегодня я прочитаю наставления, а завтра мы обсудим их. Завтра мы поговорим о том, почему Кришна сказал, что садусанга — это высший способ обрести меня, достигнуть меня. Наиватмано прабхурайам нижалабхапурно манам джанадабидусо каруно бините джаджад джано бхагавате бидадхи таманам тачатмане пракрипати мукхаша джатха мукхасри ванчакалпатрусы кипасиндибавича патитанам павана бхо вишнабхю намона. So do kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hari Bol, 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 Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Санкитан.